Далее, можно сделать, опять же, история. Можно не себя записывать, а, например, выбрать то, что у вас есть уже на компьютере, на телефоне. Листаем пальчиком кверху, и вот здесь у меня есть разные видео, фото, да, ну, допустим, какой-нибудь, тут разные скриншоты. Ну вот, допустим, вот еще раз дочку опубликую. Здесь мы можем что сделать? Если мы сверху нажимаем на буковки, здесь мы можем какой-нибудь текст вписать. Мы можем выбрать цвет текста. Пусть будет такая, да? Далее мы можем поэкспериментировать, указать местоположение. Можем сделать прозрачную, уменьшить пальчиками вот так, чтобы не сильно бросалось в глаза, к примеру. Мы можем сюда упоминание написать, можем таким образом написать, а можем просто текст, но начать с собачки. И вот она, Уварова Ульяна, к примеру, да? Вот. Мы можем сюда добавить какой-нибудь стикер, да? Вот все, что хотим, можем сюда добавлять. Нажимай «Моя история» и «Ваша история», либо близким друзьям, тогда в личку это уйдет. И все улетает в историю.